подожди, иди сюда. Труху. А нет, там не дешево дозрок. Давай. Итак, ты только что держал красивую победу над Шариповым. Вот. Как тебе это удалось? Ты чемпион мира, да, я знаю, этого года. Обладатель Кубка мира. Обладатель Кубка мира по муай-тайю. По кей-1, да? Вот, у тебя очень много регалиев. Еще ты еще как бы, ну, насколько я знаю, у тебя был незапланированный выезд. Ну да, позвонили в среду вечером, в четверг я уехал. Вот, какие у тебя впечатления вообще о турнире, об организации, о бое самом? Все, в принципе, хорошо, все понравилось, публика хорошая. Вполне поддерживали, вроде как и из Беларуси, но поддерживали, как у себя дома. А тренер какую давал установку перед боем? Юрий Валерьевич. Очень приятно. Очень помог и поддерживал. Большое ему спасибо. Соперник непростой, хороший такой. Но нестандартно, неожиданно он рубился в стойке. Да, ну. Мы рассчитывали, что он будет идти в ноги и будет бороться. Да. Но пришлось перестраиваться по ходу. Ничего. Да. Сначала немножко не пошла работа, но потом, в принципе, понял, как работать. Ну и там второй раунд, наверное, уже продышался, да? Ну да, вполне нормально. Легче. Да. Огромное тебе спасибо за красивый бой. Вот, спасибо, вы шикарно как бы выступили, показали себя. Старались. Вот, скажи, представься, пожалуйста, как полное имя и фамилия. Славяковский Валентин Валентинович. Из Беларуси, да, клуб. Минск, клуб «Шок», тренера Дмитрия Шакута и Геннадий Капшай. Огромное тебе спасибо, успехов тебе. Я надеюсь, что мы тебя увидим в большом спорте и с очень красочными боями. Поменьше травм. Дай Бог, спасибо. Удачи. Спасибо большое. До свидания.